Итак, внимание! Абет! Всем приятного аппетита! В последнее время этот вопрос становится более и более актуальным, ввиду того, что мотор на катамаране, да, он удобен, он помогает преодолевать большие водные преграды, большие озера и так далее. И очень многие ставят для того, чтобы укрепить этот мотор, поставить на катамаран, приобретают, либо делают сами различные трансы, везут их с собой и затем устанавливают как дополнительный элемент оборудования катамарана. В этом видео я вам покажу свой вариант, как я делаю транец из подручных средств, из обычных деревьев, которые можно взять в любом лесу, которые валяются, валежник, отпилить и сделать транец собственноручно, не тратя на это какие-то дополнительные финансы. Вот мой катамаран и вот мотор, который на нем установлен. Основу транса составляют две детали. Первая деталь — это две направляющие деревянные, которые прикрепляются к раме катамарана непосредственно либо резиной, либо скрутками веревочными вот к задней поперечине. И вот здесь вот в этих точках тоже есть крепление. То есть вот к задней и предпоследней поперечине крепятся вот эти две палки, которым затем при помощи веревочных скруток прикрепляется непосредственно трансовая, так сказать, пластина. То есть это вот эта круглая часть дерева шириной сантиметров 40, может быть, и с выпиленной внутри таким пазом по ширине захвата мотора, струбцины мотора с одной стороны и с другой стороны. Это можно сделать при помощи бензопилы либо какого-либо другого подручного инструмента. И по большому счету все. Дополнительно я в этих местах делаю пазы под крепление веревки и при помощи скруток. Сейчас покажу их снизу. Вот они, веревочные скрутки. Они стягивают эту трансовую пластину и затем формируют полностью всю систему транса. Все это делается достаточно быстро и в любом месте, ну, в тайге в любом случае. Не знаю, как в местах с обедненной растительностью, но в лесу такой транец можно сделать очень быстро и в любое время года. При необходимости сделать новый. Но в целом вот весь сезон я на этом трансе проходил на моторе. То есть, можно сказать, 2 месяца постоянного использования без проблем. Легко разбирается, легко собирается. И, как говорится, чем проще, тем лучше. Кому было интересно это видео, поставьте лайк. Можете подписаться на канал. Ну и, конечно же, всегда будем рады видеть вас в наших походах и приключениях. До встречи. Пока.